28 ноября в рамках недели личного приема граждан в местной общественной приемной партии «Единая Россия» депутат Госсовета Республики Татарстан Ильшат Аминов провел личный прием граждан. Вопросы населения традиционно разнообразны. Кто-то просит помочь решить личную проблему, кто-то приходит с коллективными просьбами. Руководство Тюгеевского сельского поселения обратилось с вопросом о проведении оптоволоконной сети интернет в деревне Алексеевка и Большой Батрас. Среди других вопросов – просьба о выделении материальной помощи. Одна из жительниц попросила содействия в выплате компенсации за деньги, потерянные в коммерческом банке при реформе 90-х годов прошлого века. Все обращения рассмотрены и взяты в работу. Депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов отметил, что население сегодня волнует социальные проблемы – жилищно-коммунальные, вода, свет, дороги. Мы стараемся помогать, направляем письма в различные ведомства. Что-то можно решить быстро, среди вопросов есть и сложные, но мы стараемся искать ответы и на них. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.